Конечно, главным шедевром является полученный, нам привезли специально из частной коллекции, портрет жены Попова. Это уникальная вещь, мне кажется, что просто это шедевр мирового уровня. От изысканных дамских портретов до абстрактной графики. Целый ряд картин самарского авангардиста Николая Попова и его единомышленников Самуила Адливанкина и Георгия Ряжского представлены в Самарском художественном музее. Именно они в начале прошлого столетия здесь, в Самаре, заложили принципы нового общества живописцев. Некоторые полотна привезли из Государственной Третьяковской галереи в рамках совместного исследовательского проекта «Передовой отряд». Это такое большое межмузейное исследование. Выставка готовилась давно, мы планировали открыть ее в прошлом году, но по известным печальным причинам ее просто несколько раз переносили. Потому что она приурочена к столетию, собственно говоря, авангардной коллекции. Ну, я думаю, что в 2021 году она еще не успела устареть. Вот. Она, конечно же, для нас крайне важна. Круг, конус и прямоугольник. По задумке дизайнеров именно в эти три ключевые авангардные формы помещены 60 картин передового отряда. В самом крупном круглом блоке представлены базовые единицы левого течения. Полотна из постоянной самарской экспозиции. Это музей-мечта, воссоздание галереи современного искусства, которое так и не заработало в Самаре в начале прошлого столетия. На открытие выставки прибыли губернатор региона Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Замечательно, что не первый проект, но самое главное, что не последний совершенно точно. И сегодня здесь директор Третьяковской галереи Дельфира Исмаиловна является надежным партнером сегодня Самарского региона. И я очень рад, что у нас все новые и новые проекты совместно реализуются. Хочу вас искренне за это поблагодарить. То, что я увидела, мне кажется, настолько точно соответствует духу того искусства, которое здесь представлено, а представлена абсолютно уникальная коллекция авангарда Самарского областного художественного музея. Здесь 6 работ Розанова, это может позавидовать даже Третьяковская галерея. Увидеть выставку первыми захотели многие самарские и столичные ценители высокого искусства. Честно говоря, не скажу, что я любитель и ценитель авангарда, но мне интересно искусство, самое разнообразное и вообще образование. Кроме того, очень интересно сейчас видеть, что происходит у нас в Самаре, и такое выдающееся событие пропустить совершенно невозможно. Я большой любитель московского романтического концептуализма, который был после Второй мировой войны, но, безусловно, московский концептуализм основывается на авангарде, так что и любовь к авангарду, любовь к Третьяковке и к людям, которые создают здесь искусство, меня привело и приводят каждый раз. Выставка «Передовой отряд» будет представлена в художественном музее до 21 мая. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.